Так, ну что, друзья, продолжаем дальше, да? Поехали. Какая у нас глава? 13-я. Панда бы хорошая идея. Хочешь мне что-то сказать, да? Хочу спросить. Но вряд ли получу прямой ответ. Ракун Сити. После катастрофы мир стал другим. Хочешь спасти одну душу, гибнет сотни. И я стал другим. Ты? Леон Скотт Кеннеди? Ты все такой же. Тебе только кажется. Тогда скажи мне, ты другая, Ада? Или опять используешь меня? Сам как думаешь? Думать вредно ли он? До встречи. Вот так всегда. Глава 13. Следуйте за Эшли. Что это за киберпанк у нас тут, а? Город какой-то. Эшли. Вот ты где. Так, друзья, глава 13. Осталось еще 3 главы и все получается, по-моему. Потому что если... Если не ошибаюсь, их 16, по-моему. Привет, привет всем. Привет, я зашел на канал, друзья. Чатику привет. И... Система... Это как эта система называется? Подождите, а ее завалить, по-моему, нельзя, так понял, да? Хорошо, панда, посмотрим. Да, игр так не особо много на двоих. Именно на прохождение. Если собрать из новинок. Ну, вот Dead Island новый вышел, там можно вдвоем в кооперативе. Ну, там, видишь, нужна официалка-то. Так, ну что, друзья, давайте-ка мы что-нибудь... У меня есть, но привет. Может... Я обновил ассортимент, друг. Подождите, вот этот пистолет мой, готов да? Готов купить почти все. А у нас тут еще, по-моему, еще... Нет, подождите, продать. Что-то я вот не понимаю, у меня вроде как и два пистолета. Так, я вот думаю, не знаю, может винтовку эту продать. Мертвая бабочка, на ней тоже патронов никогда нету. Арбалет, боевой нож. Что продавать, хер его знает. Кстати, подождите. А, что у нас тут по сокровищам? А, у нас только один камень, все понятно. Привет. Так, вот ключ символа. Я думаю, он уже можно продать, наверное, да? Как вы думаете? Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь ключ, цене, ключ из темницы. Я вот не знаю, кубический нужен этот, не нужен уже. Может, он не надо нам. Однозначно мне пригодится. Так, а что по оружию? Не знаю, блин. Купил эту винтовку и получается зря, что ли? Готов купить. Славная. Да и хер с ней. Толку никакого от нее. Кстати, а вот... мертвая бабочка.
Кстати, мертвая бабочка немало денег стоит. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Так, пистолет, стила. Давайте пистолет, а сразу это максималка. Очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Кстати, вот что необходимо, скорострельность. Держи. Все, как ты хотел. Так, все, скорострельность. У нас еще какое-то эксклюзивное есть. Так, а что оно дает, этот эксклюзив? Чем еще, мы? Приходи в любое время. А, кстати, непонятно, что с этим обменом. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Вот что нам надо. У тебя нюх, чужак. Вот что надо. Так, кожаный кейс. Повышает вероятность найти красную траву. Оптический прицел нам не надо. А ложа для... Спину жутко ломит. Что поделаешь? Для Матильды. А не пойму, а на что он меняет? Все, я понял, по-моему. Вот эти вот кристаллы, по-моему, он забирает, да? Так, одноразовый купон, который обменяет у торговца на особое улучшение для оружия любого уровня. Подкопи, вот. И тогда уж приходи. Хитро, денег не хватило, ну ладно. Так, чаша искупления. А ну-ка, маска сколько? 2. О, я знал, что ты это выберешь. У тебя нюх, чужак. Так, а что это кейс? Найти красную траву, а здесь повышает вероятность найти ресурсы. Вот. Так, вы можете поменять кейс в меню. Не все можно. Интересный вы. Доброго. Так, теперь кейсы наши. Где наши эти кейсы? Как они-то меняются? Кейсы. А, упорядочить. Подождите. А как? Блядь, тут еще фоторежим можно сделать, ни хрена себе. Так, а как у нас кейсы тут меняются? Подождите. Переместить, упорядочить. Права. Блин, где-то ж я это менял, а где, не пойму. Привет. Я обновил ассортимент. Подождите, а где кейсы? Текущая позиция. Обозначение. Не понял, куда кейсы типа девались, а? Хрень какая-то. Ай, хер с ними, короче. Кейсами сейчас будем еще 2 часа их искать. Все, пошлите дальше. Так, что у нас? Что у нас? Дробовик. Кстати, можно теперь же сделать нам патроны для дробовика обязательно. Вот, наконец-то. Так. Все. Почему-то еще раз не могу я это сделать. Ну ладно. Теперь мы сделаем патроны для ПП-40. И травку соединим. Ай, мудак. Взял, не то сделал. Ну ладно. Поторопился, блин. Все, пошлите, короче. Хер с ним. Включаем систему. Капаем дальше. Ну, в принципе, патроны есть. Сейчас только... Кстати, у нас со стрелами хреново почему-то стало. Создать. Нет, все не хватает. Понятно, ладно. Перейдем на арбалет, на самое тихое пока что. Если я смогу выключить здесь. Подождите, мне надо на ту сторону перейти. Все понятно. Блин, на себя. Привет, Колян, привет, спасибо.
А чё их так многовато там, я смотрю, да? А граната есть хоть? Подождите, шо там их много? Ну-ка. Работаем, братья, ловите. Пусть там прямо их кагал целый. Блин, жалко, а мне патроны на них, правда, честно. Все, прут. А где этот мудак? А, вон он. Ух, ни хрена себе он палит. Охренеть. Так, подождите, надо автомат брать тогда. Ай, куда я зашел? Это что такое было? Вы что, охренели что ли, а? Я не выбраться ни вперед не смог никуда. Он просто замер, все. Ой, блядь. Все заново теперь. Только все подготовил, а? Ну и что теперь? Гранаты принимать будем или как? Подождите, а граната где моя? Это я не понял. Я начал заново, а гранаты у меня пропали. А, вот она, все, извиняюсь. Так, давайте-ка мы вот сюда закинем. И все. И, по-моему, все, да? Не, ну это было, конечно, обидно, что столько их завалить. Тут осталось-то, в принципе, все. То есть надо было мне туда зайти, заграждение это. Ну все, теперь многовато будет сейчас тут. Опять. Бля, это с одного раза. Кстати, арбалет нормально стал стрелять. Все, боезапас нулевой. Осталось ту вердилу завалить и все. Иди сюда. Лови. Раз, два, три. Еще разок. Смотрите, прикиньте. С револьера с двух выстрелов завалили того кабана. Вот это, конечно, сильная пушка. Два раза и все. Мощно, мощно. Однозначно мощно. Ни хера себе звук выстрелил. Только патронов теперь у нас нету на нее. Где они? На арбалет появились патроны. И блин, как башку стрелять, так начинается. Брутальный удар.
Ой, Леон, какой же ты мудак. Или кнопки залипают, либо я хер его знает. Так, подождите, а куда нам теперь идти? Ну, выключим мы систему. А зачем нам ее выключать теперь-то, в принципе? Если нам вроде как не сюда. Не понял. А где только что стрельнули? Ай! Не туда, повернул. Чуть опять не напоролся. Так, ну здесь их надо поворачивать, да? Стоп, а действительно нам нужно повернуть или не обязательно? Может, нам и не надо это делать? Ну да, вроде как. Не можно и забить. Так, ну чё? А ничего. Ну-ка наверх, что у нас тут пусто, да? А нет, патроны есть. Дробовик, по-моему, пистолет. Стоп, еще одна система. Подождите. А если нагнуться? Нет, так мы не пройдем. Чего это у него рука шевелится? А, нет. Так, стоп. Значит, надо вот эту штуку нам подвинуть надо, да? Вот она все. Так, и... Ага, подождите, подвинули. Стоп. Ага, не так-то все просто теперь оказалось, да? Короче, тут надо теперь думать, как это обойти систему, я так понял. Да, надо вот эту штуку, наверное. Или. А, нет, стоп. Стоп, 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 стоп. Аккуратно. Так. Нет, что-то здесь, друзья, не то. Ну, куролесили ли ему тут не то что-то. Сбоку, сзади. Да с какого боку? Там в окно нельзя зайти. Если ты про то окно, тогда он не залезает вроде. Какого там бока? Боку туда он не залезет. Тут надо именно обойти вот эту всю систему. Значит, что-то... Короче, я понял, наверное. Я так и знал, что будет непросто все тут. Просто тупо повернуть не получится. Надо, короче... Двигать эту всю систему, наверное. Так, если она повернет туда... Такая разница-то какая. Не понял я. А, ну вот, все. Или нет, подождите. Нет, все равно. Это не то. Так, ладно, сейчас мы, короче, здесь откроем тогда.
Там будем уже думать. Топ. Ну вот, видите, тут блок везде у меня теперь. А-а-а, стоп, все, наверное, я понял, все. Подождите. Сейчас все будет. Все, теперь, наверное, все правильно. Сейчас мы ее повернем. Так. Ну и все, наверное. Попудово. Да. Вот так надо было сделать. Так, карта обновилась. Хорошо, идем дальше. Так, чё, куда? Подождите, аккуратно. Ух, ни хрена себе. Чё-то пистолет слабенький какой-то. Вроде я... Охренеть. Ни хрена себе. Они, оказывается, еще сильнее стали теперь, наверное, походу. Так, лестница наверх. Так, и что? Да, скорость хорошая у арбалета, не то, что изначально было. Как мямля стрелял. Сейчас прямо как пистолет уже. Скорость равна пистолету. Так, стоп, подождите, тут опять начинается ходьба. Ракетница? Плохо дело. В смысле, я в него два раза попал, вы чё? Как нас ракетница справится? А ни хрена. Один есть. Блин, куда идти? Я не знаю, сюда нам или не сюда, или туда, к ракетнице к этой. А, ну все, да, туда, тут тупик у нас. Уже упрощает. Да ни хрена себе. Вы че, да, ребята? По ногам.
на колени. Уволен. Что с моей головой я смотрю? А, это стреляет с ракетницы, походу. Так, я смотрю, с патронами у нас опять хреново все становится, да? Надо валить их, короче. Дело так не пойдет. Один есть. Блин. Все. Так, и что, куда теперь? Далеко нам еще или нет? Ах ты, козел. Самозванец, а? Смотрите, у нас вот сюда, наверное... Нет, наверное, может вниз все-таки, подождите. Куда нам тут? Или без разницы? А нам, походу, без разницы, наверное, куда. Ладно, пойдем наверх, там пособираем как раз. Вот опять начинает, смотрите, и сюда у нас проход, и туда проход. Так куда нам идти, какой проход? А, ну это то же самое, все ясно. Сейчас только здесь, тут может быть тупик как раз будет, ну да. Тогда все правильно, не зря. Ящик забыл разбить, какой? Ай, хер с ним, с ящиком уже. Главное, кристаллы нам не терять. Вроде тут ничего не теряли, да? Походу и нету уже. Так, карта обновлена. А нам идти вот до сюда, да? Дополнительная цель. Ладно. Эшли держит тут. Так, стоп. Давайте-ка, там что-то их многовато, я смотрю. Дробовика создаем. И стрелы. Стрела, ладно. Давайте стрелы сделаем. И еще, наверное, можно сделать. А нет, не сделаем уже, все. Так, жизни теперь создать. 1+1, так. Тут все пока. Пока все. Ящик был рядом с бочками возле здания. Да ладно, хер с ним. Переживем. Сейчас мы только тут узнаем, куда нам идти. Что-то у нас тут и сюда вроде как. Ай, блин, чуть не попался. Прикиньте. Так, стоп, подождите. А куда теперь нам идти? Смотрите. У нас сюда путь. И там еще есть путь. Не знаю, есть смысл их валить или нет. Не понял. Да блин.
А мне кажется, надо бессмысленно бы хвалить. Потому что... Видимо, тут пройти не получится. Потому что... Другой путь. Потому что мы патроны, что потеряли, то и собрали. Просто тупо это... А, ну хотя вот, тут ради ящика надо было, да? Все понятно. Просто... Кстати, вот... Нет, мы не все потеряли. Мы, в принципе, все и вернули. Да, еще и взяли корону. Конечно. Так, ну все. Нам все-таки сюда, да? Подъем наверх. Давайте сохранимся сразу. Так, что, закрыто? А, ну это то же самое. Ох, блин. Да быстрее ты реагируй на такие моменты. Так, что такое? Эшли! Эшли! Эшли, очнись! Черт! Держись. Не понял я. Это было легко. Странно, арбалет работает, то с первого раза он убивает, то не с первого раза. Хрен его пойми, блин. Нужна карта. Так, стоп. Закрыто здесь. Ага. Короче, нужна карта, да? Значит, она здесь. Нет, не здесь. Стоп. Какая-то вот дверь здесь. Эй,
Живой? Мертвый. Фух, жарковато сегодня по погоде. Прямо мозги давит. На тебе! Бежал, бежал, на тебе! Нет, тут надо с дробовика. С пистолета, конечно, неудобно немножко целиться. Так, смотрите, что у нас тут? Кейс. Патроны в нем. Еще один ящик. Такое место, как будто здесь еще что-то должно быть. Так, ящики у нас не открываются, да? Ладно. Что мы возьмем? Автомат, граната. Давайте перезарядимся сразу. Дальше пистолет. Тоже. И у нас раз, два. Два оружия без патронов. Ну, как-то не очень, конечно. Что-то не понял. Я вроде... Подождите. Патроны. Мощный патак. Свойства. Бонусы. Не добавлено больше пороха для увеличения урона. А, все, я понял, что надо для пистолета. Создай стрелы. Подожди. Создать. Стрелы я не могу создать, материала нету. Сейчас мы создадим... Вот патрон для дробовика точно вот можно создать. Это вот 100% надо. Не хватает одного материала. Да. Но что мы еще можем создать? Так, создать. Да все, тут ничего не создать мы не можем. Так, там где ты открывал дверь, через ком был шкафчик, его можно бы открыть. Может был там ключ. Да не, сюда нам надо. Вот он шкафчик, вот он порох. Так, стоп, машина, стоп. Какая-то кухня. Какая-то здесь кухня непонятная. Так, смотрите, тут что у нас? А, вот у нас еще один бархат... Блин, бархатистый самоцвет, по-моему, или что там? Блин, так и знал, вот... Так и знал, что сейчас что-то может будет. Ага, а у нас тут появился... Тебе наверняка понравятся мои новинки. Да. Нам сейчас надо что-то купить будет. Сейчас мы посмотрим только, что мы можем здесь сделать. Одеть на корону. Да, нам одного не хватает, правда. Ну, хер с ним. Хер с ним, да? И здесь только один у нас кристалл. Да и хер с ним. Продадим сразу. Привет. Подождите. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Блин, редкий вид. Вот материал. Нам не хватает светлого материала, да? Чем еще могу услужить? Купить вот этот материал нам нужен. Больше, вот. Не меньше. Верно? Давайте еще раз купим. Этот товар у меня есть не всегда, чужак. И продаем элегантную маску за 16 кусков. Спасибо. Ладно, чаша пока не будем. Хрен с ним, пригодится еще. Славная сделка. Так, может быть, оружие продать, которое нам не надо. Арбалет, боевой нож, карманный нож.
Ручная граната. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Ладно, оставим хотя бы это херсом. А, так, купить. Что купить можно? Вот такая штука у нас интересная. Если боевик называется, да? Все, что есть перед тобой. Боевик. И новое появилось. Это пистолет. Ну, а смысл покупать пистолет, когда у нас есть прокачет? Правильно? Лечебный спрей. Не знаю, брать, не брать. Ракетница. Вот, друзья, улучшение кейса. Вот на что мы сейчас будем собирать. Не хватает нам 12 тысяч рублей. Что, это все? Не проблема, друзья, все. 12 тысяч у нас есть, вот он я. Спасибо. Теперь мы покупаем кейс. Во! Говорят, чем больше, доп... Вот теперь у нас, друзья, еще больше места стало. Вот это я теперь понимаю. Правопути. Но... Привет. Как-то нелогично. У нас места все больше и больше, а патронов все меньше и меньше почему-то. Давай, панда-бой. Не пропадай. Залетай, если что. Блин, тут надо карточку ставить. Ох, чувствую, сейчас запутаюсь здесь, наверное. Там 2-3 двери уже было, они все закрыты были. А там же надо... О-о-о, тут еще и здесь, а. И сюда у нас, да? Морозильник, по-моему. Давайте создадим, хер с ним. А-а-а. И здесь надо, да? Все понятно. Надо какой-то ключ особенный. Который, наверное, будет, скорее всего, тут. Сюда, давай сразу иди сюда, да и все. И не дури ты голову у меня больше. Так, записка. Записка из лаборатории. Дежурный патологоанатом Эрнесто Муньос Риес, начальник отдела, одобрил вашу заявку на получение ключ-карты. Принесите ваш ключ-карту первого уровня от секционной и следуйте инструкции на следующей странице. Чтобы получить второй уровень допуска, перезапишите карту с помощью машины в морозильнике. Чтобы получить третий уровень допуска, перезапишите карту с помощью машины в инкубационной лаборатории. Обращайтесь за разрешением к управляющим соответствующих отделов. Административный отдел первого комплекса. Так, возьмите ключ карта. Ага. Не понял я. Можно, короче, включать, отключать. Ладно. Так, тогда что у нас? Дверь секционная, ага. Блин. Так, прямо тоже можно, да? Но начинается. Побывал в бою, друг. А, кстати, шкафчик, вот он еще один. Черный окунь. Ну, пора идти дальше. Так, ладно, я понял.
Так, здесь надо ключ, значит, мы идем туда все-таки. Так. Ага. А, подождите, здесь я уже был. Значит, нам сюда. Возьмем-ка пока дробовичок, да? Блин, здесь запутаешься. Блин, здесь тоже эта карта нужна гребаная. Да что ж такое? Так, подождите. Выбрать. Что это такое? Ни хрена себе. Да ладно, я вообще тупо это сейчас сделал. Ни хрена себе, это что это такое? Гляньте, что, а? А он, наверное, живой, наверное, не? Топудово, слушайте, он оживет сейчас, мне кажется. 100%, наверное. Ну да. Походу, наверное, сейчас ключ этот возьму. Боже. Что за эксперименты они тут проводят? Сейчас я, наверное, возьму, и он оживет. Ну, конечно, вот он, ключ первого уровня, да? Давайте сразу перезарядимся. Чувствую, будет пахнуть жареным сейчас здесь. Вот он. Ты, блядь, кто такой? Никогда себе матка. Ах ты, ёб твою мать! Так, самое лучшее почитать время книгу, да? Мне наконец удалось создать новую форму жизни. Я называю ее регенератор. Она обладает невероятным метаболизмом. Пока в организме живет хотя бы один паразит, он будет регенерировать бесконечно. Ага, короче, понятно. Изучив тело с помощью биосенсорного прицела, я могу говорить, что паразиты становятся своего рода органами носителя. Будто у него не одно сердце, а несколько. Мое новое творение является, по сути, бессмертным. Даже доктор Франкенштейн пожал бы мне руку в знак уважения. Решил рассказать о своем достижении одному из коллег. Этот напыщенный придурок аж побелел и тут же кинулся что-то строчить в блокноте. Мне подумалось, что он выразит свое восхищение, но вместо этого наглец решил предупредить меня о потенциальной угрозе. Тупица, у меня все под контролем. Так, подопытный впал в буйство и сбежал из криокамеры. Выходит, я и правда тупица. Действительно, ты тупица, и надо бежать, наверное, отсюда нам, походу. Блин, а чё я туда забежал? Ё-моё. Блин, она пройти даже не дает, тварь эта. А как теперь выйти мне отсюда, блин? Иди отсюда. Гадость. А, подождите, я же могу закрыть это все. Стоп. Блин, а где? Где закрывать? Вот она. Все.
Не понял, подождите, закрывать. Ёб твою-то дивизию. Давай, быстрей. Не понял, а что не закрывается? Это что такое? Слушай, я не понял я юмора. Блин, честно, я тут запутался малеху. Так, здесь я был уже, да? Так, карта. Ай, там надо переписывать. Ёпарасете. Ненавижу такие моменты, когда вот надо бы делать на скорость вот это все, вот знаете, что... где ты не можешь нормально как бы осмотреться, да, сориентироваться. Что-то не понял, я вроде включен свет, не? Не понял я юмора. Во, наконец-то. Еще не лучше. Черт, опять? Ну и как мне теперь отсюда выбраться? Так, стоп. А что мы что-то не забрали, по-моему, да? Подождите. Чего? Перезапыщивался терм... А, все, второй уровень. Подождите, второй уровень, да? Второй уровень. Ну и что теперь нам? Куда нам? Ёб твою. А, вот сюда, наверное? Нет. Их там двое уже, нихера себе. Ёб твою мать, куда нам идти дальше, я хер его знаю. Так, вниз, наверное. Ни хера не видно. А, вот. Всё. Всё, друзья, походу, наверное, надеюсь, все. Правда, мы здесь... рычаг... Наконец-то можно расслабиться. Так, тайники здесь есть?
А ты откуда взял? Тебя ж не было здесь. Да блин. Так, где-то что-то алмаз какой. А, вот он. Жетон. Так, что это такое? Патроны для винтовки. Давайте перезарядимся. И что-нибудь создадим, правильно? Дробовичок. Стрелы, жизни, рыбка. Так, пока все. Опа, подождите, не понял я. У нас... Ага, все, я понял. Сейчас будет здесь что-то очень интересное, походу. Потому что последний жетон. Вот они, эти бессмертные существа. Здесь, походу, создаются они. Ручная граната, не просто так, наверное. Ладно, возьмем дробовик. Понадежнее. Так, во время недавно аварийного отключения энергии один из подопытных вышел из криогенного стазиса. Ну вот о чем я говорил, сейчас начнется, короче. Выбрался из емкости, в которой содержался, и сбежал. Подопытное удалось усмирить спустя 20 часов. В результате 7 человек погибли, 19 ранены. Нам не удалось найти одного из тел и инструмент, который находится внутри него. Причиной этого трагического происшествия стали перебои в подаче энергии. Устаревшие генераторы не справляются с нашим напряженным графиком. Чтобы избежать подобной ситуации в дальнейшем, руководству следует прежде всего обращать внимание на нужды инженеров, а не научных работников. Понятно. Что-то, короче, ждем, наверное. Биосенсорный прицел. Можно установить на любое оружие, использующее прицелы. Ага, в темноте можно видеть, да, будет? Нужен разводной ключ. Чего? Разводной ключ? Не понял я. Разводной ключ. И куда ты мне предлагаешь идти тогда? Туда, что ли, где этим... Ёпарасота. Чё мог взять? Хреново дело. Разводной ключ. А! А это патроны. Трава. Есть пробитие. Мы что-то упустили, что ли, я так понял? Я не... Добыть такого не может. Ну как это так, а? Только идти еще нету ключа этого. Где там этот разводный ключ искать? Так, Эшли, хранилище первого комплекса, камера. Но перезаписывающий терминал, правильно?
Не понял я. И здесь у нас не открывается, правильно? А, ну да, надо же перезаписать. Тогда уже откроется. Системы. Может здесь перезапи... Нет. Нет, 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 нет. Че, мне что ли возвращаться теперь туда, что ли? Ай, ёб твою мать! Блять, я ж испугался. О, только лучшие товары. Топ. А, вот он, перезаписывающий материал, да? Топ. Туда же, да, наверное? Подождите. Так, а как же мне... Ух, я ж прямо это, передернуло меня всего, блин. Так, тебе этих, кто в кольт? Какой кольт? В колбе. Чё за колбе? Подожди, чё-то я нихера не понял я. Вот находится перезаписывающий материал. Ну, я ж прямо возле него, по идее, должен быть. Ни хера не понял я, как туда попасть? Что за бред? Опять начинается. Нет, а тут, наверное, походу, это не здесь, а где-то. Нихера не понял я. Так. А, побег. Так, найти одно из тел, инструмент, который находится. Точнее, подопытно удалось усмирить, потому что до 7 человек погибли. Нам не удалось найти одно из тел и инструмент, который находится внутри него. Инструмент внутри него. А-а-а! Мертвяки, которые в колбе, надо убить в одном из них карт-ключ. Подожди, это там, где они в этом... Типа в этой... В колбе, да, ты имеешь в виду? Колба это водяная, да? Наверное, колбы надо было разбить, да? Или чё? Подожди, а как теперь мне выйти отсюда? Такие пары сатэ. А, вот сюда нам надо было. Да. Блин, а у меня было, кстати, мысль выстрелить туда, но почему-то я проигнорировал. Хотя у меня изначально была такая мысль. Так, подожди, а где это теперь? Морозилка или где это херня? Сюда или сюда нам сейчас? Подожди, прямо. И направо, да? Ай! Все понятно. Блин, почему я не выстрелил? Надо же проверить было, точно. Тем более, здесь сохранение пошло, значит, не просто так пошло. А-а-а. Подожди. А, убить мне надо. Подожди, убить. Они умирают. Не
У меня есть сюрприз для них хороший. Сейчас мы... Только мы сначала жизни возьмем. Давайте начало. Прямо хреново дело. Да ёпарс, это ты посмотри. Да подождите, они вообще сдохнут или нет? Так они ж не дохнут. Блин. Ах ты, ёпрасите. Что происходит? Блин, как бы кучку бы собрать бы. Так а что делать, если они умирают? Я не понял я. Они же бесконечно будут сейчас бегать здесь, походу. Блин, тупо это сделал, конечно. Так убить, сколько по ним их стрелять надо? Ай, патроны! Не, здесь лучше ходить. Так они умирают вообще. А, я... Нет. Не знаю, как убить. Я уже не знаю, сколько уже гранаты. Уже... Все только тут не действует. Да, блин. Да у меня уже патронов даже нет. Уже толком. Бред какой-то. Ты... Пиздец. У меня слов нету. А, нет, смотрите, умер один. Да блин. Подождите, один умер все-таки. А как это так случилось? Куда ты пошел? Блин. А, ну да, все, стали умирать, наконец-то. Ну сколько пришлось потратить, я охренею. Жестко. Да блин. Ну иди туда.
Все. Жесть. Ну все, да, действительно надо убить, но то, конечно, я охренею. Я, там гранаты разрывные были, 3 штуки, но там уже давно должно было, давно их разорвать их было. Что-то не приборщи-то. Как-то несерьезно, неестественно получается. Так, все. Пик. Чего? Ты-то откуда взялся? Ах, у нас жизнями хреново все. И... А, колба есть еще одна, ага. Последняя. Не понял, а почему у меня жизни прибавились? Ну, сейчас, если из-за этого я погибну, это будет, конечно, жестко. Блять. Куда ты назад иди? Друзья, на грани просто. Все, у меня патронов вообще практически по нулям. Если сейчас еще главарь будет какой-нибудь, все. Так. Пусть прямо вообще все. Как так? Как так? Где все? Где патроны? Это что такое? Я не пойму. Вы что, с ума сошли, что ли? Где патроны? Почему нормально не могу создать патроны? Почему оружие дохера? Патронов все по нулям. Как такое возможно в этой игре? Я в шоке. Вроде и собираем все. А почему и нету до сих пор, я вот не пойму. Как это так? Как это так? Я вот не могу понять. Вы что там, похреневали что ли совсем? Так, что там у нас? Ходим, собираем все углы, тут вроде смотрим. У нас патронов нету. Да не знаю, Леха, вроде нормально. А что такое? Просадка что ли, что? Так, ну что? Куда нам тут теперь? Вернулись мы обратно, да? Тут пока закрыто. Все, идем спасать ее. Так, как мне вернуться? Где там у нас? Подождите, что-то не понял я. А, вот что, ага. Эшли. Все будет хорошо.
Ну что, друзья, вот и все. Еще одна глава завершена. Давайте оставим самое последнее, самое сладкое на вечер сегодня, друзья. Поэтому, надеюсь, не прощаемся. Спасибо, что были со мной. Сделаем перерыв до вечера и увидимся. Все, друзья. Всем добра. Мир во всем мире.